На сегодняшний день я живу в очень красивом городе Калининград. У меня растет дочка, я очень счастлив. Работаю, занимаюсь спортом, в принципе, как и все люди там. Мы гуляем, ходим в кино, ничего сверхъестественного. Никаких, скажем так, творческих планов я пока не строю. Вот, от всего отказываюсь. Жду не дождусь, когда меня пригласят на съемки второй части нашего хорошего фильма.